Сотрудники СНБ провели обыск в офисе территориальной структуры Республиканской партии Армении, главой которой является экс-президент Серж Сарксян, в Чаринце-Аване. Как передает Дэй Эйзи со ссылкой на армянские СМИ, находящиеся в помещении сотрудники СНБ, которые не захотели представиться, сказали, что у них есть разрешение суда на проведение следственных действий на данной территории и обыск в офисе. Как мы поняли, по причине организации каких-то массовых беспорядков, в данный момент ведется обыск, подробности сообщим после его завершения, отмечает издание «Грапанак».